Так что с кларатом так раз, так вот. Сделайте, пожалуйста, Денису еще две котлеты. Ему нужно быть очень сильным. Вопросы наших подписчиков Денису Зыбренкову. Все не буду зачитывать, потому что их здесь очень много. Но самое интересное зачитаю. Да, значит, Денис, так, вопрос. Испытывает ли Денис трудности своей повседневной жизни из-за размера своих рук? Вообще нет.